решили принести елочку, поучаствовать в программе «Подари вторую жизнь елочке», ну и получить за это какой-то почтительный приз, память по приезду в ваш город Великий Устюг. Ну, просто мне стало ее жалко, а мама сказала, что есть такое мероприятие, и мы решили прийти сюда. Принести елочку и подарить ей вторую жизнь. Юля! В первую очередь я привела сюда детей, чтобы они повеселились и узнали, что у нас в Устюге проходят такие мероприятия. Им было весело поучаствовать, познакомиться с новыми ребятами. Ну, потому что здесь такие есть конкурсы, что ли, и мне не хотелось выкидывать елку просто так. Замечательный выходной, замечательное мероприятие. Мы всей семьей пришли, улыбки, счастье, веселье. Очень хороший праздник. А интересно просто что-то праздник посмотреть, как дети веселятся. Я же таки первый раз нашел, сколько помню, так елочка была. Первый раз. Интересно просто, самое интересное. Елочку посмотреть, тут какие-то сошки из леса принесли. Надо же дело пустить тоже, куда с ним идем. Снеговик, а у как его было ни казино, ни метро, ни плитка шоколадная, а елочка нарядная. И здорово, что этот новый 2017 год начался с такой экологической акции. И сердце мое радуется. И вам большое спасибо. Ведь эти елочки найдут достойное место на мастер-классах. Замечательная акция придумана в этом году. Вы пришли со своей елкой, приняли участие, побегали, покидали елку. В общем, мы очень довольны, получили призы, потанцевали. Было очень много народу, очень много друзей. Лишний повод встретиться. Я очень надеюсь, что у нас это станет доброй традицией в нашем городе. И мы будем каждый год вот так, Старый Новый год, провожать, значит, новогодние праздники. И расставаться с нашими любимыми елочками. И мои друзья, сегодня удался просто замечательный праздник. Я часто ходил по улицам и огорчался, когда видел красавиц после Нового года. А сегодня устюжане собрались большими дружными семьями, принесли больше 100 елок, и город стал чище. А эти елочки найдут вторую жизнь моей сказочной вотчине. А ребятишкам они на мастер-классе обязательно пригодятся.